Как сделать планету чище? Пути к гармонии с природой будут искать в окружной столице. В Ханты-Мансийске 16 декабря состоится открытый слет эко-волонтеров региона. Активисты экологических объединений, участники школьных лесничеств, добровольцы соберутся в окружной столице, чтобы обсудить идеи, ценности и практики экологического добровольчества. В рамках слета пройдут интерактивные дискуссионные площадки, тематические лаборатории и интеллектуальная игра. Организаторы приглашают к участию эко-волонтеров и тех, кто активно продвигает идеи экологического просвещения. Регистрация участников продлится до 9 декабря.